В Одинцовском городском округе проживает около 50 тысяч человек в возрасте старше 65 лет. Из них практически каждый десятый пользуется теми или иными социальными услугами. Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что около 1500 получают социальную помощь на дому. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Одинцовский округ вновь вернулся к уже отработанным схемам взаимодействия с волонтерами. По заявкам пожилых граждан осуществляется покупка и доставка продуктов. Чтобы получить такую помощь, нужно позвонить на горячую линию.